Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова серия на проекте Amazing Holy Play. Это первый сервачок. Все ссылочки, как начать со мной играть, есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной в данном проекте. А чтобы было проще начать и легче играть, то, конечно же, вводите мой промокод 1000mm, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм Капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Вам этих бабок хватит, чтобы купить себе квартиру, машину и просто с кайфом играть на данном проекте. Ну а сегодня, пацаны, будет мечта просто каждого дальнобойщика. Я думаю, вы со мной согласитесь, потому что про эту машину мечтают все. Реально, про эту тачку мечтают все, потому что она очень-очень-очень имбовая для дальнобойщиков. Именно поэтому сегодня я буду ее покупать. Покупать я буду ее за 20,5, но, пацаны, не все так просто, пацаны. Не все так просто, потому что у меня есть в призах третий чип, который я сейчас поставлю на этот газончик, и он будет просто максимально имбовый, пацаны. Максимально будет имбовый, быстрый. Так, хочет продать вам его газон. Покупаем, просто покупаем. Ну что, пацаны, я купил себе газончик, и сейчас мы на него поставим, пацаны, третий чип, понимаете? Я давно хотел это сделать, как бы я этот чип купил, в принципе, сегодня. Как бы я хотел его поставить вообще на елик, это третий чип. Но я все-таки подумал и решил то, что на газон его будет поставить более целеобразней, понимаете? Более, как бы, поинтересней, тем более я на нем буду работать. Кто не понимает, с третьим чипом эта машина будет ехать не 160, как сейчас, а будет ехать 201. Это реально, пацаны, очень много, поэтому давайте сейчас поставим чип. Так, третий чип, где он у меня находится, если бы я еще знал. А вот третий чип, пацаны, третий чип тюнинг. Сейчас мы его, в принципе, поставим сюда. О да, детка, о да. Так, арпа 108. Все, пацаны, я поставил сюда третий чип. Многие меня, наверное, спросят, типа, нахуя ты его себе купил и собрал? То есть, по сути, я собрал эту машину, потому что третьего чипа здесь как бы не было. И многие меня спросят, зачем? У тебя есть магнум, третий чип, как бы нитро и стробоскопы. Зачем ты купил себе газон? Пацаны, у меня есть транспортная компания, которую мы сейчас развиваем. И магнум, понимаете, он медленнее на 21 километр. А эта тачка реально имбовая, она быстрая, и с помощью нее я смогу зарабатывать много больше бабок за рейсы. Потому что у меня в компании стоит 1%, и я буду получать практически полную сумму за каждый рейс. И буду реально зарабатывать хорошие деньги и быстро просто передвигаться и доставлять рейсы. То есть, эту тачку я взял чисто ради того, что я нахожусь в компании. Потом, когда я продам компанию, я эту машину тоже продам. Поэтому я ее чисто взял на время себе. Я не буду постоянно не работать, то есть все равно для меня Magnum остается лучше, чем газон. Но ради того, чтобы брать топы, пацаны, чтобы быстрее доставлять рейсы, я собрал себе вот такую вот машину, на которой я, в принципе, буду работать, и вы, в принципе, это тоже будете смотреть там на стримах и так далее. То есть тачка реально очень имбовая именно для работы, именно она очень быстрая. Давайте номера сюда ебанем, реально, просто номерки сюда поставим, ебать. Сюда, ебать, на базу, нахуй. Все, пацаны, теперь это мой, ебать, газончик, на котором я буду работать. Я уже снимал видос про магнум, ой, про магнум, про газон с третьим чипом, но это было не то, пацаны, это был не мой газон. А сейчас это чисто мой газон, на котором я буду работать, пацаны. Это реально просто по кайфу. Я как бы люблю больше магнум все равно, но для того, чтобы лучше работать, я все-таки решил собрать себе вот такой вот автомобиль. Все, берем, ебать, такой чисто хуяк, ебать, на меточку заехал и просто полетел, ебать, просто полетел, пацаны. Бля, еще бы нитросик бы сюда, пацаны, поставить, было бы, конечно, вообще охуенно. Аудиосистема мне на нем нахуй не нужна, вот чисто третий чип и нитро, все, больше для этой машины ничего не нужно, пацаны. Я вам отвечаю. Вот нитросика реально очень сильно не хватает. Потому что с нитросиком она бы ебашила бы еще быстрее бы. Конечно, пацаны, она не особо очень прям быстро сгоняется, но максималочку набирает более-менее нормально. Ну реально, пацаны, тачка очень имбовая. Я вам об этом уже 100 раз, в принципе, рассказывал и показывал, то, что все-таки газон, ебать, сделали пиздатый. Я очень сильно боюсь, чтобы его не пофиксили, потому что, ну, это будет реально пиздец. Это будет реально полный пиздец. Как бы я в эту машину вложил, в принципе, нормально так бабок. По 201, пацаны, по городу ебенью, понимаете? По городу просто 201, ебать. Куда, дядя, ебать? Какие магнумы, пацаны? Магнум не обгонит этот газон, я вам серьезно говорю. Даже с нитросиком, ну, вообще шансов нету. Шансов просто нету. Тачка реально очень имбовая. Давай, 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 давай. Либо ты крыса, блядь. На, ебать. Вот скотина, сука, не пропускает меня, ебать. Куда ты, ебать, лезешь, дядя? Пошел нахуй. Просто его обогнал, ебать.
Он тоже на газоне ездит. За мной, ебать, летит. Чисто летит за мной, ебать. Два газона, ебать. Ну, видите, думаю, разницу между обычным газоном и с третьим чипом. Лошара, я застрял! Ебаный, я застрял! Ебаный, пошел нахуй! Давай, давай, давай! Так, этого. Сосать. И ушел, ебать. Просто дал, ушел, ебать. Не, газон, пацаны, охуенно для работы, но для атмосферы, пацаны, честно, для атмосферы лучше это магнум. Именно для самой такой атмосферы дальнобойщиков лучше магнум. Для заработка лучше, конечно же, газон с этим чипом. Теперь буду на газончике гонять, ебать. Магнум, конечно, охуенный, со страбами у меня, ебать. Тоже сексуальный, красивый, быстрый. Но пока что будем работать на вот этой машинке, потому что нужно брать топы. А для того, чтобы брать топы, нужно быстрее быть, чем твои конкуренты. Чини меня, пожалуйста. Быстрее, потому что можем топ проебать. Кстати, на газоне YouTube номера нормально смотрятся. Я хотел их на магнум поставить, но на магнуме было бы не то, мне кажется. Вот на газоне, в принципе, они смотрятся более-менее нормально, поэтому хорошо, что они у меня как бы остались. Кстати, знаете, что я еще заметил? То, что на газоне очень долго кончается топливо. Реально, я на третьем чипе еду, у меня было там, ну, по-моему, не полный бак у меня был. Я вроде бы его не заправлял. И то есть он реально очень мало бензина хавает. Я просто летаю, что ёбнутый по всей карте, но хавает он бензина вообще мало. То есть, пацаны, как я и говорил, тачка все равно остается и будет имбовая пока что. Возможно, ее пофиксят, возможно, не пофиксят. Но я надеюсь на то, что ее в ближайшее время точно не будут фиксить, потому что, ну, по сути, в этом даже нету никакого смысла, потому что не у каждого есть, по сути, такая машина. Да и в целом, в реальной жизни, я думаю, газон будет быстрее по максимальной скорости, чем тот же самый Magnum. Поэтому, в принципе, в целом все нормально. Да, он едет 200 км в час, но это не прям очень много. Я помню, я на Magnum ездил с пятым чипом, он ехал 250. Вот это реально было очень много. А 200 км, это, в принципе, более-менее нормально. Кстати, пацаны, давайте договоримся так, если вы на этом ролике наберете очень много лайков, ну, 200, там, 300 лайков, если наберете на этом ролике за недельку, то я попрошу поставить мне этот газон пятый чип, и мы посмотрим, сколько он будет ехать и сколько можно будет заработать за час. Поэтому, пацаны, просто покажите свою максимальную активность, которая только может быть. Вот реально, кто сейчас меня слышит, кто меня смотрит, пожалуйста, поставьте лайк, я вам буду очень сильно благодарен. Если он вам нужен, за 100 миллионов забирайте. Прям сегодня я вам продам без проблем. Ну а так, в целом, я его не собираюсь пока что продавать. Буду продавать только после того, как я продам компанию. И потом я продам компанию, продам газон и обратно просто пересяду на свой любимый Magnum. Вот и все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, потому что я реально, пацаны, очень доволен. Тачка реально мне очень сильно понравилась. То есть я на ней буду работать. Мне машина очень сильно понравилась. Но все равно, пацаны, в сердечке, понимаете, в сердечке у меня все равно находится мой Magnum. Поэтому я полностью на эту машину не буду пересаживаться. Пока есть компания, пока это будет машина у меня. Компанию продам эту машину вместе с ней. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все ссылочки есть в описании. Всем пока-пока.